Например, мы смотрим, вот Создатель, Бог единый, вот Он создает мир. Zum Beispiel, wir sehen jetzt, wie Gott die Welt erschafft. Смотрим на Создателя, смотрим на уровень, который существует еще до создания мира. Wir sehen uns den Schöpfer an und wir sehen auch die Ebene, die noch vor der Welterschaffung existiert hat. Смотрим на уровень, из которого будет создан вечный счастливый мир. Und wir sehen die Ebene, woraus die ewige und glückliche Welt erschaffen wird. Мы видим уровень, из которого будет создан следующий, создан мир. Это специальная такая среда вечная. Und wir sehen die Ebene, woraus die Welt erschaffen wird. Und das ist so eine spezielle Bereich. И мы видим, что spezielles Feld. И мы видим, что эта система настолько сверхпозитивна, что из нее создан бесконечно хороший мир. Und diese System ist so hochpositiv, dass aus diesem System eine grenzenlos positive Welt erschaffen wird. То есть мы увидели такую область, из которой любое действие будет обязательно позитивным, обязательно очень хорошим. И эта область существует еще до создания мира. Wir sehen den Bereich, woraus beliebiges Ereignis unendlich positiv sich entfaltet. Und dieser Bereich, das existiert noch vor der Erschaffung der Welt. То есть мы видим, у Бога есть такая система сверхпозитивная, из которой создан весь бесконечный, вечный мир очень хорошо. Значит, и мы в своих действиях должны делать опору, выявляя такую область, такое сияние, из которого наш импульс управляющий будет иметь бесконечное хорошее развитие. Und wenn Gott so einen Bereich hat, so ein System hat, woraus eine grenzenlos positive Welt erschaffen wird, danach müssen wir auch so ein Leuchten in uns finden, diesen Bereich in uns finden, dass alle Ereignisse unendlich positiv formt. И мы находим эту опорную область, опорную позицию, откуда любое действие должно быть очень позитивным. Находим в виде свечения, например, внутри физического живого тела. Находим в виде того свечения, которое в душе, которое греет душу. Und das ist die Grundposition. Und diese Grundposition finden wir in unserem physischen Körper, in der Seele. Und zwar in Form von so einem Leuchten, das die Seele wärmt. Мы с вами как бы находим вот эту область, из которой действовал Бог, создавая... Und wir finden diesen Bereich, woraus Gott auch gehandelt hat, als er die Welt erschaffen hat. И находим эту область, эту оптику, это сияние внутри себя, внутри в своем живом физическом теле. Und diese Optik, dieses Leuchten finden wir in uns selber,
in unserem physischen Körper.